Проект по переподготовке педагогов реализуется по инициативе Агентства по международному развитию USAID. Это первый проект на территории стран Содружества, финансируемый совместно с правительством и USAID. Преподаватели технических колледжей в ходе тренингов научили новым методикам проведения занятий со студентами. По мнению организаторов, данные семинары могут существенно повлиять на весь процесс обучения. Если сказать из советской методики, да, то есть 90% говорит сам преподаватель, 10% всего, то есть ученики, да, участвуют в самом уроке. Сейчас же, то есть у них есть возможность использовать новую методику, это когда преподаватель, он как тренер, он больше контролирует ситуацию на занятии, когда ученики сами на практике познают как бы, материал. Пилотный проект реализуется пока что в 4 городах Казахстана – Алматы, Астане, Атырау и Актау. В Атырау 20 преподавателей городских колледжей в течение 10 дней постигали новые методики своей работы. Сами слушатели подобные мероприятия рассматривают как положительные в плане дополнительного передового опыта. Мы благодарны тренерам, которые организовали этот семинар и научили нас новой технологии ведения занятия. Важность данного семинара заключается в том, что мы приобрели новые умения, навыки проведения занятий. Слова поздравления, аплодисменты коллег по работе и прошедшим обучение преподавателям вручают сертификаты. Следующий подобный семинар пройдет в городе Актау. В планах же организаторов и инициаторов проекта охватить как можно больше преподавателей профессиональных технических колледжей по всему Казахстану. Талгат Утигулов, Ержан Алиханов, служба новостей.